Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита Шипила. Сегодня видео будет про статистику. Многие спрашивают, есть ли у нас движуха в Биксап, платит ли Биксап вообще и выводят ли люди деньги. Скажу, что, друзья, все есть. И движуха, и вывод, и выплаты, все на свете. Если вы зайдете на главную страницу Биксап, то вы увидите, что у нас здесь есть статистика, и в режиме реального времени вот здесь показывается. То есть, когда люди получают, какого числа и сколько. То есть, это все подтверждается именно статистикой. Это не просто нарисованные циферки. Друзья, все реально. Работаем, зарабатываем. Все хорошо. Здесь показана общая статистика. То есть, сколько транзакций было сделано, на какую сумму партнерами за все время было и сколько зарегистрированных пользователей. Также у нас здесь есть статистика в самом личном кабинете. Если мы вот сюда зайдем в статистику, то у нас здесь еще лучше показано все. Тоже видите, что здесь цифры и что. И сейчас я объясню, что они обозначают. Как известно, в каждой компании есть головной аккаунт, который принадлежит администрации, то есть создателям этого бизнеса. Эти люди, основатели, создатели, вкладывают в бизнес свои деньги для того, чтобы создать вообще компанию. Соответственно, у них есть цель, как бы, во-первых, вернуть свое, то, что они вкладывали, и еще приумножить свои средства. Для этого бизнес, в принципе, и создается. Как обстоят дела в компании Биксап с этим вопросом? В компании, естественно, есть головной аккаунт, который принадлежит основателям компании. И руководство решило, что большую часть прибыли со своего головного аккаунта компания будет отдавать в партнерскую сеть. Что такое ранги? Это вознаграждение, которое получают партнеры, которые закрывают свои пулы. К примеру, закрыл человек пул, и компания начинает ежемесячно выплачивать этому партнеру пассивное вознаграждение. То есть за однажды выполненную работу человек получает пассивное вознаграждение. Как только он закрывает следующий пул, компания начинает ему начислять уже за следующий пул пассивное вознаграждение. И так, переходя из пула в пул, партнер начинает зарабатывать все больше и больше. Именно на пассиве. На ранге уходит 60% прибыли с головного аккаунта. То есть компания 60% отдает в партнерскую сеть. Все остальное, что остается с прибыли, идет на развитие компании. Понятно, что сайт надо содержать, надо его развивать, надо ставить разные обновления и так далее. Поэтому все остальное, что остается от 60%, оно идет на развитие компании. Здесь мы видим, сколько у нас зарегистрированных пользователей. На данное время 14 272 партнера зарегистрированных. Активированных в два раза больше. И именно вот эти люди, 7 739 человек, они активно зарабатывают в маркетинге Биксап. Я даже приведу пример. Совсем недавно подведена статистика, согласно которой у нас появился еще один человек, который стал миллионером за 3 месяца. То есть это молодая женщина, которая, начав работать в Биксап, за 3 месяца заработала 2 миллиона. Это реальные люди, это не выдумки, это все реальные люди. Здесь показывается, сколько реинвестировано. Для того, чтобы наши партнеры зарабатывали многократно, здесь работает реинвест. То есть закрыв один раз пул, он открывается снова автоматически. И человек может зарабатывать снова и снова с теми же самыми людьми, которые у него уже есть в команде. И вот здесь на реинвестах видно, сколько у нас уже реинвестированных пулов. Ну и здесь статистика, сколько вообще заработано. За все время работы компании, а работаем мы год, вот в мае, 7 мая будет год, за все время партнеры заработали 14 биткоинов 840. То есть почти уже 15 биткоинов. Давайте посмотрим, сколько это у нас будет в рублях. Сегодня курс биткоина на вот это число, на 9 апреля 2020 года, курс биткоина составляет 500 000 рублей за 1 биткоин.
Шикарная сумма. Теперь давайте посмотрим. 14 биткоинов, 840. За год наши партнеры заработали 8 миллионов рублей. Очень неплохой результат, хочу я вам сказать. И за этот месяц доход партнеров составил 3 биткоина 224. То есть вот за этот месяц только люди заработали 1 миллион 737 тысяч. За этот месяц. Результаты просто отличные, очень хорошие. И так может здесь зарабатывать абсолютно любой человек. Бизнес простой на самом деле. Никаких сложностей не составляет. Вы приглашаете 3 партнера, которые будут делать то же самое, что и вы. И таким образом система автоматически будет вас двигать по пулам. Если хотите узнать, сколько здесь можно заработать с каждого пула, стучитесь мне в личку. Контакты есть под этим видео. Посмотрите, сколько вы здесь сможете зарабатывать, и я уверена, что вам это понравится.